Всем привет! Сейчас я хочу вам показать вот такую вот блузку, которую я шила пару дней назад. Она состоит у меня из остатков ткани. Как вы можете наблюдать, это у меня идет такой вот топ с открытыми плечами. Получается, вот это вот у меня идет лямочка такая, здесь идет у меня голубая джинса, тонкая, которую я обтянула вот таким вот кружевом. Лямка идет достаточно длинная. Здесь я планирую пришить две кнопочки, которые будут фиксировать эту лямочку. Такой рукав я раскроила как полусолнце. Вот можно наблюдать его ширину. В ней я сделала вот такую вот вставку. Точно так же вот идет у меня здесь джинса. Белое кружево. Абсолютно все швы я здесь обметывала на верлоки и потом застрачивала на 0,2 мм. Таким образом у меня появилась новая обновка. Если у вас есть какие-то остатки ткани, то я советую вам не бояться. Смело их добавлять друг к другу, экспериментировать с фасонами. Я очень давно мечтала себе вот такую вот блузку с открытыми плечами, так как это модно уже несколько сезонов. Но я немножко как-то боялась покупать или отшивать себе такие вещи, так как в основном они подходят миниатюрным девочкам. Но я решила, что все-таки я рискну, что все-таки я отошью себе вот такую вот блузу. Осталась я очень довольна, поэтому я советую вам то, что экспериментируйте, шейте, не бойтесь, покупайте себе какие-то такие интересные вещи, которые вы там давно хотели, мечтали. Если вам понравилось это видео и вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, мне будет очень приятно, поддержите меня лайком и всем пока-пока!